На 14 лет в колонию строгого режима отправится замдиректора Елизовской школы за совращение учениц. От его действий пострадали 5 девочек в возрасте от 9 до 11 лет. Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь заместителем директора средней школы, в период сентября по октябрь 2020 года, находясь в классе образовательного учреждения, совершил иные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. При аналогичных обстоятельствах им были совершены преступления против половой неприкосновенности еще 4 учениц в возрасте от 9 до 11 лет. Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической и трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних на срок 15 лет. Приговор вступил в законную силу.